Авиамодельным спортом Александр Черясов занимается еще со школы. Под присмотром опытного педагога учился создавать модели самолетов, а потом и сам стал наставником для таких же увлеченных детей и подростков. За 44 года интерес к авиамоделированию стал только крепче. Практически постоянно занимался этим увлечением. С учетом минус 2 года в армии, потом вернулся и обратно начал. Сперва сам кружок вел, потом потом пришлось бросить из-за того, что очень много времени уходит на подготовку и к соревнованиям. Из-за этого уже не с детьми, как-то параллельно занимаемся, но уже не в таких объемах, как раньше. За считанные секунды самолет устремляется в небо, весит чуть меньше 2 килограммов и развивает скорость до 98 километров в час. Один круг в 150 метров преодолевает за 5 секунд. Мотор у самолета электрический, а управляют им при помощи тончайших тросов. Самолет в таком положении летит ровно в горизонте. То есть рука полностью расслаблена, небольшое натяжение там идет и все. То есть плавно ручку поднимаешь вверх, самолет, соответственно, начинает лететь вверх, вниз, вниз. Плавные фигуры, плавно рулим. Резкие фигуры, то есть начинаешь отклонять чуть порезче. И, соответственно, контролировать высоту и выход модели в фигуре. Эту модель Александр Черясов собрал своими руками. В ход шли композитные материалы – стеклоткань, пенопласт, также дерево, эпоксидная смола и краски. Готовые самолеты не пылятся на полке. Александр Черясов регулярно выезжает на соревнования. Они проводятся по 4 направлениям – скорость, дальность, продолжительность полета и выполнение фигур высшего пилотажа. Существует 14 фигур высшего пилотажа. Определенных. Их нужно выполнять в определенной последовательности и в определенной рамке времени. То есть в пределах 7 минут времени дается, вот ты должен залететь, открутить все фигуры и приземлиться. Все это нужно сделать в эти 7 минут, и красиво, соответственно, в пределах правил. Так же, как у фигуристов. Чем она красивше, более равномерные фигуры, тем выше у тебя оценки. В этом году Александр Черясов уже отлетал 3 соревнования. В 2 из них он стал победителем. Еще одни соревнования прошли совсем недавно в Выборге. Оттуда Александр Черясов привез в Мордовию бронзовую медаль. На тумбочку забраться было довольно-таки сложно в этот раз. То есть у нас получилось с человеком, который занял 4-е место, у нас разница всего в 1 балл. До последнего никто не знал, кто как выступит, у кого какие результаты будут. Сейчас Александр Черясов готовится к очередным соревнованиям. Через 2 недели планируется Кубок ДОСААФ в Смоленске, а затем в Пензенской области пройдет чемпионат России, на который съедутся сильнейшие спортсмены страны. Ольга Данилова, Станислав Семин, Народные новости.